Этот мир сделал из меня эгоиста. Здесь не дают парить, следя, чтоб ты летал низко. Меня ведь все равно нет в списках на проход в Эдем. Так почему же... А расскажи мне, вот ты ведь сам ведь из Германии, да, получается? Как часто ты бываешь в Германии? Или как часто тебя туда зовут не именно отдыхать, а именно презентовать какие-то свои синглы? Какое-то время назад мы выпускали там прямо альбом, то есть помимо цифровой версии на iTunes, на немецком мы делали и CD-носители, вот, снимали там клип, который был синглом главным к этому альбому, ну то есть это было переиздание моего русского альбома, вот, для которого мы записали там парочку немецких вещей, но опять же я там читаю на русском. Вот, и этот клип, два клипа с этого альбома, они пошли на немецком ТВ очень хорошо, то есть в хит-парадах, там, до третьего места мы поднимались, держались очень долго там. В принципе, ну, немецкое телевидение поддерживает меня хорошо. До небеса, если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Я ошибаюсь, как и все, и часто бываю неправ, но моя правда отличается. Совсем... Недавно, какое-то время назад, я летал на немецкий большой фестиваль в Берлине, проводился. Я там один из хедлайнеров. Опять же, у меня сейчас там парочка есть задумок опять с немецкими исполнителями поработать, опять же, что-то снять. Вот. Я не скажу, что я прямо туда сильно нацелен и мечу на Европу. Ты сейчас без лейбла, да? Ты сам по себе. А были ли у тебя предложения каких-либо лейблов, чтобы вот заключить контракт? Ну, уже такая вещь, как лейблы и продюсерские центры, они себя изжили. На мой взгляд, абсолютно ничего не нужно для того, чтобы быть известным, нужен просто материал, и все. Это, ну, некая структура, которая вкладывает в тебя деньги и выполняет все административные функции, но при этом еще и откусывает большой кусок в итоге от твоей прибыли. У кого-то это нереальные контракты там на 7 лет, на 8 лет. Сейчас я точно могу сказать, что, ну, я и моя команда, мои друзья в состоянии выполнять все те же функции даже лучше. То есть нету каких-то посредников, нету кучи каких-то людей непонятных. То есть мы все держим под своим контролем, сами за все ответственны, это лучше всего. Вот, поэтому, да, мне кажется, лейблы — это такая вещь уже в прошлый век. Хотя судьба и без того на подлости богата, пока одни видят дни в глянце кинопленок, под шагами остальных лед чертовски тонок. Если я подонок, потому что я иду по дну, то зарезервируйте мне место в аду. Я все равно туда не попаду, как бы вы все не хотели. Я лучше сдохну как герой, чем умру без цели. Ухмылка на моем лице бесит Люцифера. Это не смерть, это высшая